Бобруйс красиво и спортивно решил проводить уходящий год. Площадь Ленина видела многое, но мотобол здесь впервые. Рев моторов был слышен далеко за ее пределами. Посмотреть на такой чудо-матч пришло немало бобруйчан. Хороший, интересный, хотя бы что-то новое. Мы только подошли, но я думаю, очень интересно будет. Необычно, по крайней мере. Хорошо, все, отлично, новогоднее настроение. Все довольны, все радуются, детям нравится. А хотели, чтобы на постоянной основе такие матчи проводились? Ну да, можно. Развлечения для детей хорошие. Матч проходил, как говорится, в одни ворота. Четыре полевых пытались прошить вратаря. Голевые успехи тут не главное. Куда важнее порадовать бобруйчан и подарить новогоднее настроение. Как возникла идея вот этого матча? Накануне Нового года местные органы власти обратились, в том числе и в нашу организацию, с просьбой предложить что-то креативное для празднования Нового года. И вот у меня возникла такая мысль, что было бы неплохо показать новогодний матч, мотобол, новогодний матч. Ну, естественно, чтобы это было похоже на сказку. На современную сказку. Было у нее две главы. В субботу и воскресенье прошли матчи, в которых, конечно, победила дружба. И продолжение у нее обязательно будет, но уже в следующем году. Максим Кембель, Павел Зуев, Бобруйск 360.